Всем привет, я Geeks666Gamers, и со мной рядом тут Озон671Gamers. И у меня сразу же первый вопрос. Что вы скажете насчет своих видео, насчет, что они такие провокационные, типа против Мэдисона, там, против Джихи, например, последний ролик? Вообще, как вы относитесь к своим роликам? Серьезно, типа, вот так вот, такой серьезный человек, такой, типа, с Ягуаром пьете? Или вы обычный такой человек, типа? Ну, как бы, Ягуар, это чисто так, для себя. А ролики — это чисто хобби и прикол. Как бы не для того, чтобы кому-то что-то показать, просто свое мнение высказать. И кому нравится, тот смотрит. Как бы для себя чисто. Чисто для людей, которые... как бы, кому это интересно, просто высказать свое мнение, да, о людях и вообще, вот. Ну, мнение о людях, которые пишут, да, в комментариях видео. Примерно много пишут там негативных своих эмоций, да, высказывают. Чисто интересно то, что люди говорят. А что они там говорят, мне, конечно, не безразлично, но... Много негатива. Это их право, это их мнение. Ну вот я вот, например, вот видите, до сих пор жив, хотя сделал видео, например, пародию на Озона, где... Мы сходили еще в кружку и попили пивка. Кстати, я предлагал Мэдисону сходить со мной ну не в кружку, а вообще сходить погулять, попить пиво. Ну, к сожалению, он мне не ответил, хотя он подумал, что из-за таких роликов все будет как бы... А, я такой человек какой-то непонятный. Нет, я простой человек, я занимаюсь своим делом, мне это нравится. Не думайте, что у меня там нету девушки или там, у меня там мало друзей. Нет, это все в своей жизни течет. Просто... Видео прервалось, да? Извините, видео прервалось, потому что меня сейчас Озон побил. Извините, ну... Поэтому мы продолжаем, типа... Шутит. Поэтому мы продолжаем, типа, снимать дальше, типа... ну что... ну вот смотрите, ты вот снимаешь такие вот провокационные видео, да? И вот тебе постоянно пишут гневные комментарии. Вот как ты относишься к тем людям, которые не понимают твоего юмора и думают, что типа на полном серьезе, типа ты так вот, типа, вот такой, типа, вот такой с ягуарчиком, такой, типа, крутой такой человек, вот такой. Прежде всего, Лёха, ты сам знаешь, мы с тобой сейчас встретились, да, как бы сам, когда не заметишь такого человека, ты просто с ним говоришь и не пообщаешься. Чисто для того, чтобы понять человека, надо с ним пообщаться. Вот сходить, как пиво, просто говорить о проблемах, о девчонках. А видео — это все то, что заинтересовать людей, какие они бы не были, плохие, неплохие. Кому не нравится, могут не смотреть чисто для себя. Вот. И что некоторые говорят, это серьезно, видео. Нет, это, если честно, секрет. Это чисто приколы. Для того, чтобы человек понял, как бы, как будто это серьезно. А на самом деле это, чтобы заинтересовать людей, чтобы они просто писали комментарии. Ну вот, например, вот каждого обзорщика свой стиль. Например, вот Мэдисон, например, тот же Мэдисон. У него вот такие вот стиль, типа он как вот быдло, например. Вот. Ну, он просто так, мягко говоря, быдло. А, например, тот же Коровин, он типа против Мэдисона. Камикадзе, типа, да? Камикадзе, например, тот же Камикадзе. Тоже свои, типа, ролики такие провокационные, типа. И вот то же самое Озон, вот оказывается, вот я, например, думал, что сейчас, типа, встречу Озон, он там, типа, с баночкой Ягуара ко мне подойдет, типа, будет мне морду бить за то, что, типа, я сделал такой, типа, ролик против него. Оказывается, нет, он просто обычный такой же человек, как, не знаю, как все, наверное, ну, обычный человек, то есть у него такой просто стиль, вот, на самом деле, просто такой вот обычный стиль. А, можно я скажу? Да, конечно. Ну, как бы вы слышали все в основном. А, мне просто чисто не нравится действительно, что я, конечно, не завидую, ничего себе, если в этом плане. Просто у нас телевидение очень большое, да, как бы Games TV есть и всякие программы развлекательные, как они еще называют, Games TV, потом вот на MTV, какая идет программа у нас еще про... Виртуалити и много других, да. Почему они просто не пригласят, да, там, даже не заинтересуют, не говорю обо мне, а вообще, они вот били себе в голову, вот Мэдисон, все там, да, или еще кто-то, вот он все, ну, извините, ребят, вы будете развивать что-то, да? Да, я не закачивал театральное училище или что-то такое в этом плане, но
Надо как-то развивать общество. Ну, они просто, наверное, за старых держатся. За старых держатся. За старых, да. Хотят, они просто не любят новых там. Больше платить, знаете, как да. Платить, да. Зачем платить? Проверены. Больше? Лучше проверены люди, да, чем какие-то да. новые, которые... Ну, пригласить это тоже, вот тебя, да, Лёх, тоже можно пригласить, посмотреть, как ты там будешь. Не понравится, это одно дело. Ну, просто вот. Попробовать, да, можно посмотреть, что получится. 2007 года на мейле, а потом. Мэдисон когда начал снимать вот ролики? А, 2008 где-то. 2008, да. Ну я в 2007 еще заранее, там еще на старый телефон 2006, потом что-то не получилось, официально 2007 года снимаю. Потом на этапе, потом меня забанили, вот сейчас у меня новый альбом на этапе. Озон 671 Games. Кстати, прикольно, много пародий сделал, я даже не ожидал, что Камикадзе сделает, еще одна мне, вот Леха сделал пародию, мне очень понравилось. Чисто мне нравится то, что у нас отношение такое к людям, которые даже, не знав человека, говорят совершенно разные вещи. Вот ты там такой, вот ты там сякой, вот ты там на быдло похож, ты там это. Ну, понимаете, это вы ведь не будете другу, который сидит с другом. Пьет пиво, да, чисто с вами нормально разговаривать, но вы не будете говорить, о, ты быдло, ты пьешь пиво. Ну, все пьют пиво, все, знаете, еще дискотека авария, пей пиво, да, там. Вот. Это как бы нормально. Как, что еще сказать? Ну, в общем-то, вы поняли то, что Озон, это со своим стилем, типа, вот, типа он такой вот, такой, типа, быдло-обзорщик, например, вот, со своим стилем. И то, что он... Обычно такой же обзорщик, обычный человек, вот смотрите, вот сами видите, он... Да, я обычный человек. Да, обычный человек, видите, я еще цел, жив, я еще... Не бей, пожалуйста, меня, пожалуйста, не бей. Ладно, я все сниму, только, пожалуйста, не бей меня. Шутер, шутер, вообще, шутер, я вообще... В общем, такой же обычный обзорщик, такой же обычный человек. Что еще можно сказать? Покажи даже дворик, где можно заснять, ну, там, видно, как бы, не знаю, вот, может, кто-то здесь рядом живет, кстати, и, может, знает это место, но здесь мы были. Да, здесь я мы были. Целуйте наши эти, как его, следы, где мы тут топтались. Что это за место, чтобы просто посмотреть, да? Ну, не знаю, не знаю, что это нет. Какая-то фирма, может, какой-то. Ну ладно, в общем-то, вы поняли то, что Озон обычный человек, не то, что он не такой, не страшно, ни никакой не быдло. И, кстати, Ягуар он пьет вообще только чисто для обзоров, типа, чтобы поприкалываться. Озон 671 Геймер. Да, и Гирс 666 Геймер. Типа, все, свидание.